Всем привет, друзья, канал Масарим. В работе у нас Mercedes E-класса, кузов 212. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию. Салон мы разобрали, краткий обзор. Видите, пол в багажнике голый. Это передняя часть, несколько кусков фибры. На арках такие квадратики. С правой стороны чуть побольше. Это в автомобиле самые шумные места. Смотрим, что у нас по салону. Пол в салоне. Кое-где виброй пролили. Ну, по мнению владельца, все равно данная шумоизоляция его не устраивает. Двери, задние двери, несколько кусков фибры. Передние двери и того поменьше. Готовим поверхности. Приступаем клеить первый слой. Закончили клеить первый слой вибропласта в автомобиле Mercedes. Проклеен у нас пол в багажнике. Проклеены арки, крыле. Также проклеили крышку багажника. Смотрим, что у нас в салоне. Проклеен пол. Максимально все проклеили, прокатали валиками. Также нанесли первый слой на дверях вибропласта. Одна у нас дверь осталась. И также в остальных дверях проклеили уже второй слой. Шумопоглотителя называется он Integra. Толщина 6 мм. Продолжаем наши работы. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Mercedes E-классом. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены арки, крылья. Проклеили третьим слоем двери. На дверную карту нанесли вибропласт, тщательно прокатали валиком. Ну и четвертый слой также проклеили. В задних дверях это у нас турбоволна, начиная 15 мм. И также проклеили пол в салоне. Так, закончили клеить шумоизоляцию, приступаем собирать салон. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля BMW E212. Видите, весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений мы не оставляем после разборки сборки салона. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!